Доброго всем времени суток. Мы продолжаем играть в Farming Simulator 17 Golden Crest Valley карта. И у нас продолжается весенняя посевная. Так. Нью Холланд, что у тебя? А, у тебя свалился курс. Тот разовый курс, который вот на поле, у него свалился. Загруженный-то он помнит. А вот разовый не помнит. Ну, он, кстати, не одинок такой. Он там еще что-то стоит. А, кстати, зря я его за картошку-то погнал. Момент. Вернее, сеять я его зря погнал. Так, поле там 24-е. Тяжело одновременно и набирать курс, и ехать на восток. Так. И 24 к Марии. Картошка на 24-е. Вот. Все. Норм. Заполняем. Способ запуска с ближайшей. Уходим в минуса. Но мы любим минуса уходить. У нас здесь это постоянное занятие. Зато у нас много полей. Давай, давай, заполняй. Снег еще лежит, кстати. Тут на площадке уже растаял, а там еще лежит. Но зима была малоснежной, правда, не знаю. Возможно, это характерно для этой карты, в общем, на все зимы, а не только на одну. Завалов снега тут не будет. Но это увидим. Наше поле неудавшийся луг. Я тут собрался что, лес сажать? А, я уж что-то посадил. Какой лес там, кукуруза. Так. И мы где-то здесь сейчас вот встроимся. Да, кстати. Сажалки-то эти. Где у него отклещивалки? Я хочу их убрать. Режим по настройкам, курс плей. Нету. Углы поворотной полосы, это уж какая-то новая хрень. Нету, да? Странно, ну ладно. Что маркеры просто не оттопыривались, не люблю я их. Так, вот. Запустить. А, все, они в процессе вырубаются. Прекрасно. Так, пошел. Следующий. Ты, я так понимаю, тоже, в общем-то, тут за съемками. Ну, поехали. 23-е поле. И начали мы, по-моему, с ближнего угла. Восток, значит. Ты на запад пойдешь. Вот так. И 23 сид. Все. Задано. О, удобрение можно включать, выключать. Вот оно. Раньше не было. То есть курс теперь превосходит даже живого человека. В нем можно выключить удобрение. А это здорово. То есть мы можем удобрять халявным удобрением. Давай дальше поеду. Нет. Ну и странно, по странному тут. Эти районы работают.
Что с тобой не так? А, надо это активировать, видимо. А то я виллы пытаюсь заправить. Да блин. Да. Ну, знаешь, могла бы машинка и сообразить, что у меня только одно устройство, которое можно заправлять. Что виллы не заправляются. Вот, кстати, интересный момент насчет функции удобрения силы. То есть я теперь у курса могу это выключить. Удобрять под нужным кормом. Здорово. То, что надо. Чтобы не удобрять второму разу, потому что автоматом она фигачит. Сидорычи, они включают все рычаги. И вручную, когда сеешь, тоже автоматом у нее удобрение. Так, где мы остановились? Где-то вдоль этого ряда мы остановились. Ага, вон оно. Ну, хоть тут что-то работает. После, так сказать, фиаско с Кэтлон Кропом. Ну, хоть так. Так, пошла. А, маркеры еще. Маркеры, маркеры. Иди отсюда с маркером. Не люблю я маркеры. Вот. Прекрасно. Кто следующий? Вообще, что у нас с полями? Огласите весь список. Посеяно. Следующий у нас он картофан и кукуруз. Так, ты пока не участвуешь. А это тоже пока не участвует дело. Культиватор. Ага. Не участвует. Вы все не участвуете. Уж точно не участвуешь. Комбайн тебе тоже рано. Вот. Погнали. Вот, кстати, этот плуг, который я разглядывал на карте Мексика. Подтянут, не подтянут у меня трактора. Вот мой синий трактор вполне утягает. Не очень крутой. Тут мы пни повыкорчивали все. И немножко срубили деревья вначале. Чтобы не мешались. Вообще в конце еще хорошо бы срубить, но пока лапки не доходят. Хотя он полено валяется. Это, видимо, откуда тут допинали его. А, нет, тут целое дерево валяется. Но мне сейчас некуда его девать, к сожалению. Я до него потом доберусь. Так, здесь. Здесь исключительно курсом все будет. Причем, насколько я помню, курс тут исключительно с внутренним разворотом. То есть это будет не быстро. Так, 16-е. Так, точка старта юго-восток. На север. Стоит ли по кругу? Не, с длинным этим она накосячит. Вот так вот. Со старта. До ближайшей точки. Где у нас внешний и внутренний? Внутренний разворот. А вон там упрется. Нет, внутренний. Да, плуг с границы поля. То, кстати, не было команды. Давно я не рассматривал, что у меня тут нового прибавилось. Все, вперед. А, способ запуска нет. Стартовый. Спускайся. Так, о, сейчас плуг даже ровно выйдет, мне кажется. И, по-моему, он сейчас без огрехов спашет все. Потому что у него я разрешил ему выводить плуг за границы поля. Сейчас посмотрим. Он сейчас до конца дойдет, и мы все увидим. Так что, подождем.
И дальше, видимо, либо живность, либо трава, потому что трактора все в разгоне. Они все заняты. Ну, я следом еще запущу культиватор, но этот должен пройти хотя бы прохода 4-5. И, кстати, поля у нас дальние. Тоже требуют спашки, мне кажется, да? Да, тоже требуют наши два поля этих свежеприобретенных. Они тоже просят спашки. Так, едешь пока. А, живность. Кукуруза есть? Кукуруза нет. Я помню, с Windows хотели кукурузу, да. Но и баблом. Этого мы закинем. Питательной еды мы подкинем. А, сходим, посмотрим на бяшек. Все чисто. То есть загрузить еды свиньям. Загрузить еды коровам, посмотреть на коровам и посмотреть на бяшек. Что это такое? Я тебе вроде задал. Внутренний разворот, да. Что тебе не так? Хотел бы я узнать. Жуткое создание. Тебе плуг с границы поля не понравился? Или как? В ближайшей точке. Вот не зря смотрел. Прервать? Прервать. Смотрим. Что-то тут не то. Что-то мне во всем этом кажется подозрительным. Нет, ты правда будешь ехать вот с плугом вправо? Вот так? Или у нас что-то с шириной плуга не то? 5 метров. 5 метров. Что не так? Почему мы пашем с просветами? Опять просвет пойдет же сейчас. Да, просвет пошел. Машина, блин. У тебя что не так с полем с этим? У тебя не 5 метров захват? Прервать, поднять. Давайте в магазине посмотрим. Вот на тех полях все хорошо было. Ну. Гараж. Алло, гараж. Пролетел. 4,9. Ну, 10 сантиметров. Так, ладно, попробуем. 16-е поле. 16-е. 4,9. Хорошо. Погнали. Но тут итого между ними 20 сантиметров выходит, конечно. Поменьше уже. Запускаем. Просто тут даже не 4,9. Прервать. Поднять. Возможно, что тут фишка плуг с границы поля не так. Я рано обрадовался. Сейчас подумаем. Где ты видел? Не здесь. Не здесь. Буду ли разворот по-любому. Ладно, сбрасываем. Задаем. 4,8.
Мне кажется, у него со смещением что-то не так. Что-то у него, по-моему, не так со смещением. Вот в чем, скорее всего, дело-то. Но на том поле он нормально сработал. Или он по H там работал, а не по курсу. Хороший вопрос. 16. Нет, мы всегда можем позвать на помощь мод GPS. И посмотреть смещение там. Вот этот ток надо убрать. Закончил работу, Мрафти. Молодчинка. Прервать. Закончил работу на маршруте. Тоже молодец. Прервать. Так, где наша синяя хрень? Так, смотрим. А, рабочая ширина. 6,2, между прочим, да? Нет, я увеличил. Офсет минус 1,3. Ну, я не знаю, что у него рабочая ширина 6. Да. Когда у него 5. Но смещение у него минус 1,3. Так, между прочим. Так. Юго-восток на север. Так, прекрасно. Теперь смотрим по смещениям. Один и три. А, чё? Вот так. Ну, попробуем. Смотрим. Сместился он, по-моему, вправо, да? Ладно. Сейчас. Так, надо для верности вызвать. Смещение вправо у него. Влево надо. Не на 3. Влево. Смотрим. Ну что, нормально пошел. Почему это автоматом у нее не сдалось, непонятно. Ну ладно, сейчас посмотрим на той стороне, чем это закончится. Так. GPS, спасибо тебе, мы тебя отключаем. Вот ты не отключаешься. Ну и ладно, пофигу. Не, видимо, когда курс работает, он не отключается. Сейчас поглядим. То есть он вот идет с смещением, указанным мной, от основной программы. По идее, основная программа должна с смещением пойти. Возможно, надо было там все на ноль сбросить в настройках, тогда все было бы хорошо, не пришлось бы корректировать. Ну, сейчас подождем, посмотрим. Плуг за границей поля работает. А вот внутренний разворот при плуге за границей поля не работает. Это взаимоисключающие вещи. А главное, где это все видел тут? А, вот она, плуг за границей поля.
Но зато без ляпов, что тоже приятно. Смотрим. Ну все, процесс пошел нормально. Сейчас на той стороне посмотрим, как он развернется, потому что там булыжников уже нету. Он должен вписаться нормально в эти границы. Полосочка-то есть. Полосочка-то есть. А мы-то смещение чуть увеличим, да? Вернее, уменьшим. А тут еще больше полосочка будет. Ёлки. Один на один давай. Посмотрим, что это будет. Чего тут колбасило, так непонятно. Извивался прицеп, видимо. Ну вот выход за границы поля мне нравится. А грех не оставляет этих. А вот то, что он сейчас поедет по горам, это очень плохо. Это очень-очень плохо. Он сейчас упрется в дерево. Которое мы, конечно, спилим сейчас. Чтобы оно тут нафиг не мешалось. Подожди. Меня деревом не надо, да? Все, это дерево больше не помешает. Когда-нибудь мы придем и разберем его. Так, вот на помельче его, чтобы совсем не мешало. И он тут ее допинает. Так, что тут у нас? Ну, нормально, вроде слитно пашет. Ну, тут какие-то ляпы странные. Блин, он куда заходит? Влево, вправо. Прерывать. Пойдем еще раз проедем. А я обрадовался, что он смещен куда надо. Эх ты ж. Чтоб тебе суслики приснились. Хорошо. А если эту ботву всю уберу? И запущу курс по новой. Ну, в смысле, вот, пересчитаю его. 16. Ну, 4,9, ладно. Юго-восток, на север, да. Вперед. Что изменится? Погнал. Как бы едет почти по той же, но чуть правее. Непонятненько. Но вроде как трактор смещен. С другой стороны, центр у него все равно не по центру плуга. Центр плуга это вот где вот та вот соединение палок идет, вот чуть левее.
Ну, посмотрим. Так, кукурузу сажалка отдыхает, это правильно. Она все закончила. Но пока плуг туда на то поле не уйдет, кукурузная, пока тут ничего больше не можно запустить. Ну да, он правее в итоге идет немножко. Сейчас он развернется. Сейчас посмотрим, кстати, как разворачивается. Я, может, ему радиус поворота поменьше поставлю. Нам просто выходит на длину плуга. И, соответственно, у него радиус такой нехреновый. Не, он, по-моему, на полную крутит. Ну, почти на полную. Плуг-то у него на месте стоит. Так, что-то у меня предчувствие так не очень. По поводу того, как он будет проходить. А, там мерещится. Все хорошо, то есть надо было просто обнулить все эти значения. И все стыкуется. А так там от какой-то работы осталось смещение. И вот эти на 0,8 он и сдвигал. Вот еще у нас там камень преткновения есть. Так, догонит ли его культиватор? Вот в чем вопрос. Мне кажется, догонит. Если я сейчас запущу. Культиватор довольно широкий. Хотя у него скорость может быть ничуть не лучше. Культиватор. Гули-гули-гули. Ай, проскочил. Ладно, тогда так. Че, вспомнить, кто у нас культиватором рулит, да? Мэйсю, ты? Он, по-моему, с трудом его таскает, поэтому там все будет хорошо. Раскладывайся. Ну, вот так он, с плуг размером примерно. Так, тут у тебя чего? Смотрим смещение. Смещения вроде нет. Ладно. Разные полевые работы. Шушнадцатая. Уточняем ширину. 4 метра, а там 5. Вот, пошире. Юго-восток, на север. Тыц. Так. Вот тоже 0,8 вправо, не знаю, что это было. Убираем. А оно со смещением посчитало или нет, а? Давайте еще раз. Тыц. Вот. Что еще? Внутренний разворот. Экономить топливо, это деле, что он имеет в виду? Да внешне, наверное. Так, со стартовой. Погнали. А, обязательно сложить надо, пару метров проехать. Как же без этого-то? Пробуксовал. Ну все, пошел. Кстати, если бы они тут сильно не толкались, можно было бы и картошку сюда запустить. Кстати, сейчас для удобрялки найдется место. Так, что там трактор творит? Нормально, разворачивается вроде. Удобрялка тут тоже будет удобрять. Все, и так к кукурузным полям мы перейдем. Вроде нормально. Сейчас посмотрю на его разворот. Может, он внутренний включить, пока не поздно. Внутренний, ладно. Он вроде не длинный, должно быть нормально. Ну, то сейчас тоже в дебри пойдет.
Ну, он так, да, не быстро, но... Немножко это его, конечно, тормозит. А ты что, не поднимаешь его? Ее? Видишь? Нашкрябал. Та, она его перевешивает. Кстати, так сказать, маркер честной физики. То есть, когда задевает, тогда пашет. Ну все, так. Камень преткновения. Пока далеко, да? Работай. Казалось бы, кроссплей работает, а суеты все равно много. Так, поднимет, не поднимет. Реально до конца поля так поедет. До конца поля идет. Молодец. И, по-моему, камень он сейчас обойдет. Ну, то, что он по железке ездит, это не страшно. Тут единственное, вот тут отрок мешается. И в той стороне тоже там скала мешаться будет сейчас, но ладно. Он запищит, если что, и я приду и его спасу. Ровно по краю поля опускает. Прекрасно. Так, свинтусы. В принципе, тоже можно перегонять уже туда. Там буквально еще пара проходов, и можно будет запускать. Я думаю, даже я тому трактору сейчас переключу, отрублю ему внутренний разворот. Нефиг. Так, это у нас кейс, не кейс. Нет, не кейс. А, то у нас неучтенный трактор. Да? Где-то там. По-моему, неучтенный трактор. Нет, это из старой группы. Так, ладно. Поле у нас используется 16-е. И для него должен быть курс на заправку этого всего счастья. Юго-восток. О как! Направление автоматическое. Спасибо. На север. То есть можно просто нащелкать и не морочиться с этим. Так, и загружаем. 16-е. Что-то нету. А, вот 16-й сид. Она не потата, она сид. Так, со стартовой точки. Я просто не так давно курсплей обновил, и из него постоянно лезут функции, которых я не знаю еще. И? Уронил сеялку и задумался, типа, а что это я? Так, разворот у тебя, надеюсь, не внутренний, да? Экономить топливо. Ну, экономим топливо, да. Нет внутреннего разворота. Все хорошо. Забуксовал. Это я чувствовал. Камень преткновения, да. Он всегда меня находит. К сожалению, камень не выкорчевать, как дерево. Чего бы я ни задавал, при всех маршрутах... Открывать? Нет. Сейчас я тебе. До ближайшей точки. Видишь? Рванулся продолжить. Опять об камень обмотаться. Все, тут целых три трактора у нас работает. Редкий случай, кстати, для такого поля.
Поле небольшое, так. Бегает. Ты у нас. Его, конечно, можно бы отогнать на кукурузное поле. Но, ладно, не будем. Так, свинтусы. Ай, дай слезу. Ну, во-первых, надо убрать. А ты назад не ездишь? Ездит. Надо убрать свинюшник. Высыпай. Прекрасно. И им надо насыпать канолы и кротофана. Я даже все помню. Погнали. Ну, канола не канола, а канола-то канола. Что тут у нас лежит? Сейчас поднимем, узнаем. Ячмень. Ячменя им, по-моему, не надо. Им нужна именно канола, подсолнухи, соевые бобы. Будем надеяться, что в тех закромах оно есть, иначе придется трактором везти. Ну и, кстати, может быть, я давно собирался это привезти, просто лапы не находили. Картофан? Ничего. Так. Насыпать им там, с той стороны. Так что если я лишнего взял, придется везти обратно. Но там у меня всего два ангара стоит, там место не способствует. Вот тут еще можно на поле поставить ангар. Чтобы далеко не ездить. Но тут уже готовое и есть. Ну чё, хряки, плодиться будете, нет? Чмяк. Ух, ай, не надо к ним запрыгивать. Чё, серьезно? Да, серьезно. Им больше не надо. Надо подождать, пока побольше уйдет. Так, впустую прокатился. Так, тогда пока эту каракатицу здесь оставим. Неизвестно, что следующее понадобится. Возможно, сено. Высыпаем. Так, где наш зеленый трактор? Харли. С тебя добыча. Вроде мелкий такой, слабый достаточно. А практически на всех картах у меня использовался. Даже в предыдущем фарминг-симуляторе, в 15-м, этот зелененький трактор у меня везде бегал. Он всегда в роли удобрятеля и маленького грузовичка. Так, ячмень от канола, давай канолу. Погнали. Ну, уже почти. Уже почти посевная закончена. Совсем чуть-чуть осталось. Картошку они добивают. Я по окончании серии курс просто выключать не буду. Пусть они там доработают эти три трактора. А в следующей серии они там пойдут на кукурузу.
Ползи, ползи. Ну, слабоват, конечно. Он утащит, но он слабоват. Но все равно машинка удобная, таскает удобрялку. Будет у нас обитать. 37 часов, однако, наработал. Причем это реальных часов. Тут часы-то реальные идут. Потому что когда время проматываешь, техника стоит, и у них часы не накручиваются. Но плуг завершил работу прекрасно. Сейчас он будет отогнать, чтобы не мешался там. Иначе у него культиватор упрется. Ну, сейчас канулу высыпем. Ну, не так вам много и надо, да. Вам вообще немного надо. Все, до середины лета мы их накормили. Так, поглубже туда. Чтоб со снегом не соприкасалось. За снег примет. Так, вываливай. Так я не разобрался, оно тает или не тает. Мне вообще кажется, что сыпучий он все убирает, когда сезон включен. Но вроде так она за лапу не поймана. Так, ну пока тут зависнем. Мэйсю. Обгоним его. И вот этого надо товарищу брать. Блин, я мог просто переключиться на него. Лоханулся. Удаляем. Так, красный, дай мимо тебя проеду. И вот перед нами поля, которыми мы еще не занимались. Эти поля мы еще не юзали. Так. Там шерсть у бяшек идет, прекрасно. Да-да. Ух ты, останавливается, когда на карту выхожу. А не туда ли мне? Не, по-моему, нет. По-моему, вот тут. Да? Да, 13-е, вот оно. Ай, ты, не трогай забор. Тем более, забор как вот местного шерифа. Шериф, я ничего, я это... За рулем не употребляю. Я просто чуть не заехал себе в огород. Так, сейчас посмотрим. По-моему, тут не обойдется без... Да-да, ксики в паке краям будут. Но вот у дома он не развернется. Просто места не хватит. Поперек тоже хрена нам. Но... Видать, как обычно. Ух ты, какие тут булыжнички-то. Вот отсюда. Причем с внутренним разворотом, а функцию выезда за край мы отключим, потому что он не впишется тут. Слишком близко. Ну, ладно, будет с косяками. Ну, вроде все проделали. А, давайте бяшку посмотрим. Бяшки. И прыгай через бяшек, побежали смотреть. Ну, очередной поддон наполняется. Здесь еще 3 можно. И потом мы это разом продадим. И разбогатеем. Так, тут что валяется? А, вот он и поддонный вилл-то где. Все, запомнил. Ну что ж, на этом серию заканчиваем. Всего хорошего. До новых встреч.